Блин, мне нравится этот автомат. Автомат «Ртутная буря» — первое оружие из дополнения «Конец света», которое стало доступно в игре уже сейчас. А все потому, что экзотик этот выдается за оформленный предзаказ делюкс-версии дополнения. Конечно, странам первого мира оформить предзаказ проще, чем нам, но способы есть. Может быть, я даже расскажу, какие, если сам буду предзаказывать в ближайшее время. Но чтобы предзаказывалки были, давайте прервемся на рекламу спонсора, благодаря которому и вышел этот ролик. Dwing.net – старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождения рейда, получения заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения «Королева-ведьма» и нового сезона «Добыча». Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы, проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Итак, теперь про автомат. Спойлер, он интереснее, чем ты мог подумать, и сейчас я поделюсь своими впечатлениями от игры с ним. Главный перк «Ртутной бури» — трассирующие ракеты. Причем тут ракеты, если мы говорим об автомате. Все очень интересно, поскольку после нескольких попаданий следующим выстрелом вы запускаете одну самонаводящуюся микроракету, говорит нам описание перка. То есть вы просто ведете огонь из автомата как обычно, и в какой-то момент времени оружие самостоятельно решает выпустить в сторону цели небольшую ракету с автонаводкой. Притом ракета не обязательно полетит именно в ту цель, по которой наносится урон стрельбой из автомата, она может завернуть и на другого соперника, стоящего рядом с целью. Но все же некая зависимость того, куда стреляет игрок и куда летит ракета, есть. Если вы стреляете в тело противника, то и ракета полетит в тело. Если же вы метко наваливаете в крит врага, то ракета с большой долей вероятности тоже полетит в крит-спот и нанесет увеличенный урон. Для того, чтобы ракета сработала, вам придется сделать 12 попаданий в тело или 10 в крит. Не обязательно, кстати, по одной цели. Ракеты довольно шустрые, и их иногда просто не замечаешь. Становится понятно, что произошел выстрел только по вылетевшим дополнительным цифрам урона. Кстати, да, сколько урона наносит эта мини-ракета? Ну, в пересчете на испытательных мини-боссах урон от ракеты, как от попадания плюс взрыва, нанесет что-то близкое к 5000 урона. Не то чтобы прям много, для урона по боссам эта пушка в этом режиме пригодной не становится, но все же приятно. Приятно еще и то, что если вы используете автомат с модом на антибарьерные патроны из сезонного артефакта, ракета тоже сносит щиты воителя. А еще ракета также обладает увеличенным электрическим уроном, что поможет при борьбе с противниками в электрических щитах. Обычные кинетик попаданий с самого автомата по стихийному щиту не особо действенны, как мы понимаем. Так что ракета тут прям кстати. Второй особый перк автомата – ловец гранат. Делает оружие еще интереснее. После нескольких попаданий в крит противника ракетами, оружие будет заряжаться одной гранатой, после чего можно перевести экзот в альтернативный режим стрельбы, зажав кнопку перезарядки, и вуаля, автомат превращается в гранатомет. Максимально вы можете зарядить до 3 гранат, после чего нужно будет копить их заново. Каждая граната заряжается индивидуально, как в однозарядных ручных грениках. Кстати, действие перка не сбрасывается, если вы захотите, например, сначала зарядить гранатомет, потом обратно вернуться в режим стрельбы из автомата или сменить оружие туда-обратно. В общем, все стабильно, все классно. Это вам не тараба. Урон от этих гранат значительно больше, чем от ракет. Все по тому же колоссу тестовому, суммарно можно получить больше 177 тысяч единиц урона. Что настолько неплохо, что есть подозрение о том, что автомат будут чутка нерфать, ведь его уже отключат в рейдах и подземельях.
Давайте подведем итоги по ПВЕ и потом пойдем говорить о горниле. В ПВЕ автомат просто чудесно справляется сразу с несколькими задачами. Поскольку урон от автоматов по мелким противникам с красной шкалой здоровья увеличили, он идеально справляется с чисткой всяких крепочков. А благодаря тому, что помимо пуль он еще и ракеты пускает, то и противники с желтой полосой здоровья нам не помеха. Даже чемпионы склонятся перед вами. По крайней мере, в этом сезоне, пока есть мод на антибарьерные автоматы. А переключив пушку в режим гранатомета, вы сможете внести прям нестыдный урон по некоторым боссам, ну и по тем же воителям. И что приятно, на них же эти гранаты снова и зарядить. В общем, жмем руку тому небесному кенту, который сковал это чудо арсенала. Автомат просто прекрасный, и в текущей мете, при которой остальные автоматы довольно-таки слабые, ртутная буря просто вне конкуренции. Теперь что о ПВП? Ну, я что скажу, я поиграл квики с ним, и мне даже в ПВП этот автомат понравился. Да, не мета, не возьмем его в компеты или в Осирис, но для игры в любых быстрых режимах он просто дико фановый, получаешь чистое удовольствие. Я вот прям получил какой-то заряд азарта, играя с ним, каждого противника хотелось удивить прилетающей в лицо ракетой из автомата. По цифрам ТТК тут не сказать, что революция, но все же на уровне ощущений что-то есть. Так что далее я просто оставлю вас посмотреть один рандомный матч, который я отыграл с этим автоматом. Звезд с неба не хватал, но уж больно мне хотелось поделиться с вами тем, как он приятно звучит, ощущается, играется, как вылетают все эти ракеты рандомные. Если вам понравилось видео, не подписывайтесь на мой канал. Не подписывайтесь, подпишитесь на страницу Boosty. Вот список тех, кто это уже сделал, спасибо им. Так что присоединяйтесь к отряду этих бравых гардианов, и тогда ролики будут выходить чаще, чем в прошлом сезоне. До связи. Окей, давненько я не играл в PvP с включенным микрофоном, для того, чтобы записать этот видос. Формат для меня не самый популярный, честно говоря, но это оружие меня максимально заинтересовало, и я думаю, что возможно, сейчас будет приятно играться и в PvP. В обзоре я уже планирую наговорить о нем много приятного в PvE. Зона А захвачена. Ну да, давай, повытягивай меня гранатами. Я подожду. Отлично, первый. Зона Б. Еще захвачена. Есть? Сзади есть. У вас преимущество по зонам. А, он не умер. Так, окей. Надо не забывать, противник, что это все равно автомат. А это все еще Destiny 2, а не Call of Duty. Так что... Особо не верим в то, что это оружие будет убивать. Я очень хочу, но пока не верим. Особенно с такими моими. Ничего. Научусь когда-нибудь. Сейчас еще 6 лет поиграю в игру и научусь. На самом деле... Ощущение, даже вот из-за этих кривых киллов, которые я сейчас попытался сделать или сделал, все равно приятные. Я почему-то предвзят к этому оружию. Может быть, у меня... Может, я так просто соскучился по автоматам, или я так сильно жду меты автоматов. Что хочу выдавать желаемое за действительное. Блин, ну на двоих с этой штукой я выходить боюсь. Объективно, это не лучшая идея. Так. Так, с линейками заряжаемся. О, неплохо. Неплохо. Отлично сработанная команда. Просто поразительно. Так, гранаты подготовлены. У меня есть одна граната. Я только собирался сказать, что, видимо, нужно оставить надежду зарядить гранату в ПВП. Зона Б потеряна. Ага, вот это вот подстава. То, что после того, как вы выстреливаете гранату, надо перезаряжать и обычный режим тоже стрельбы. Не получится так... Чтобы быстро, если вы не добили кого-то из режима гранатомета, быстро уйти в обычный и добить. Все же либо переключаться на другое оружие, либо уходить куда-то в кавер на перезарядку.
Ракета. Ракета оружие, конечно, не особо рабочая. Блин, он пришел меня добить, серьезно. Осталось 5 минут. Отличное начало. А вот здесь. А, размен. Вот здесь ракета, по-моему, его добила. Надо потом на замедленной съемке посмотреть. В общем, не то чтобы на ракету, на эту надо рассчитывать. И не приходится рассчитывать на нее, но в дуэли условно один против двоих, плюс-минус, чаще всего она все же помогает. И значительно чувствуется вот эта разница в ТТК между условно обычным легендарным автоматом схожего архетипа и автоматом этим. Вот, добила его ракета. Кстати, иконка отображалась, по-моему, автомат. Давайте, 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 давайте. Отлично. 3 минуты. О, ракета. Давай добьем. Ну, ё-моё. Для этого и нужны были. Зона С захвачена. Получено преимущество по зонам. Тактика, блин, очень приятно. Победы. Очень приятно, если привыкнуть с него убивать. Слушайте, мне нравится этот автомат. Потрясающе. Мне нравится. Фреймы могли бы получить.